Бытие, глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховох, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его Хет, и Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному — Фалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брату его — Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыны Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа.